О, опять на кухне, посмотри, ребятишкам как я. Стоят, стоят, они уже прикормились здесь. Так, кому морковки? Давай. Морковь жуйте, только ловим. То-то-то-то, руками туда не лезьте. Давай. О, это барабаш Елена дала. Хорошо жуйте только. Так. Хорошо. Все, мне уже не достанется ничего. Я не пойму, кому два раза давал, кому один раз. Мне было один раз. Да, Андрей. Дядя Вова, съешь хоть одну. Ну, на вещевом. Сейчас я еще того раздам. Подождите-ка. Иди, иди. Иди с ним, с девочкой. Сходите. Так, вот смотри. С Редькой. Кому с Редькой дать? Ну давай. Огурец с Редькой. Ну, вы, родные сестры, можете с одной ложки съесть. Ну, какая? Хороша? Ты лицо не сверху, да сбоку, маленько. Чего ты так совершенно неинтересно снимать не можешь? Готовая. Ты разве еще какой-то? Да я не даже не меняю. Так, Редька, кому еще? Ну, давай. Одна ложка. Мы все одни, ни заразных нет у нас. Все. Куша! Умудрился уронить это. Вика, иди переоденься. Так. Огурешный и... Вот, не ели еще. И сок этот, редишный. Ксюша еще не ела. А где они? Ксюша, сходи с Викой. Одна ложка. Редька, она все пережигает. Ни одного микроба нету. Но? Комар какой вредный. Я сейчас съела. Ну дайте хоть себе маленько. Ой, какой вкус такой интересный. Кому еще дать? Редиши с этим, с огурцом. Так, еще осталось на пол ложки. Кому, кому не давал? Тебе. Спасибо. Вот так, все. Так, подождите маленько. Дайте мне это. Другой ложкой берите. Нет, а где это? Сотовый тут не съели? Сотовый, вот. Подожди-ка. Другой ложкой берите. Другой ложкой берите. Давай, давай. Это грязная. Ну, брат ты мой. Надо еще одному, что один держал. Володя, иди, держи банку. Скорее меня доедает мухомар. Рука уже вся прокисла от него. О! Как это мне сделать-то, чтобы всем хватило? Да с хлебиной. О! После Редьки-то, да? Ну-ка. Сначала маленький. Ой. И надо бы с высоты снимать, брат. С высоты как бы снимать. Я уже пытался снять с высоты. Я тоже хочу мед сотовый. Дайте мне. Не можно. Так, Катеньку давай. В рот. А на улице дождик идет, капает. А мы чем занялись-то, а? А ты брала уже мед-то? Подожди маленько, кому не давал? Вот они как. Катя, иди сюда, на. Мед дает, мед Вика дает. Ну-ка. Мед сотовый. Так, кому не давал? Мне. Девчонки мелкие, чей гребешок?
Твой. Вике вот не давали. Ксюше. Останется еще, нет? Это все еще мы тот мед едим. Воск. Кому не давал еще меду? Сотого. Так, кому еще не давал? Все, да? Можно мне еще? Ну, Никита, в твой рот. Так, подожди, дядя Володя, он тоже подошел. Держи. О, у нас заразных нету. Мы одной ложкой поедим все и не боимся, потому что мы молимся. А вот это с хлебиной. Тебе охота еще, да? Ох ты. И тебе это рот-то разъемло как рано. Еще все? Не, да хоть все по второму разу. Все, убирайте, хватит. Можно еще один? Один, последний. Последний сын. Так, подождите. Так, это пополам. Мне тоже. Тебе. Мне. И тебе. Он чуть палец не откусил. Так я вовремя отдернул. Тихо. Ну а мне-то когда? Ничего не достается. Ты ешьте. Не запущайся. О, с сотками. Кому еще? Давай, Ксюша. Все, не будешь? Нет. Кто-то вместо меня съест. Давайте. Там меда меньше, но зато там хлебами больше. Давай. Давай, последнее. Все, опускайте. А последняя, ты дал? Она совершенно пустая. Пуша, я боялся. Что она пияша? Да, что она? Еще сейчас ела. Натащил, даже в рот не взял этого огурца, то и все слопали. Огурцы, редьку и мед. Ну так еще третий, что? Огурцы-то есть. Ну, сейчас гречишню вытащу. Давай. На полке, вон, когда тихо. Вон, на полке. Так. Что замерзли? Мне, пожалуйста. Что это? Мед гречишню. Мне опять. Ну, маленько можно. Ну-ка, пустите меня сюда. Так. Я буду есть ее. Гречишного меда кому? Давай, давай, маленький самый. Вот так. Такую радость отпускать. Кто это поверит, что в каждом лагере такое было бы? Можно мне мед? Да, конечно, можно. Мы едим с одной ложки. Нас осудит Потребнадзор. Скажут, заразные. Мы скажем, заразных нету. К заразе заразы не пристает. Вот. Чем больше гигиенится, тем больше болеют. Это опыт провели между Финляндией и Эстонией. Где больше детей больше моют? Оказалось, в Финляндии больше болеют. Так, все. На этом конец. Ухожу. Так, разреши-ка. Тебе брал, нет, гречишни? Держи. Не будешь? Я за него. Дайте, я мальчики выйду. Так, куда же делать баночку? Покрышечку. Вот так. После всех детей облежу. И знаю, что никогда зараза не будет здесь. У нас вода святая. Освящено все. Это мы даже знать не знаем. Зараза. Всегда ели. Причащаются с одной ложки. Причастие это с одной ложки идет. Да. И причащаются с одной ложечки. Придумали заразиться. И говорит, эпидемия.
храм этого места скопления общественного народа надо закрыть. А тогда был архиепископ Павел Новосибирский, я письмо считал. Он ответил так: когда закроют все кинотеатры, где общественное собрание народа, тогда и храм будет закрыт. Все собрания и все-все. Грек был небольшого роста с Володей, но такой крепкий. Это редкость была. Ну все, пока. Так все, ничего нет у меня. Все, вот пока.